Болею за «Смоков» с 2012 года. Даже все абонементы на каждый сезон у меня есть. На следующий тоже собираюсь приобретать. За все время, вот первый раз все-таки попал я в Питер как болельщик, потому что прошлую поездку я пропустил. Но за все это время успел побывать и в Киеве вместе с командой, и в Могилеве, естественно, в Белоруссии, и на домашние матчи прихожу практически на все, за редким исключением. И собираюсь буквально послезавтра болеть за нашу команду на ЦСКА-арене. Меня зовут Даник, мне 16 лет, я уже очень давно болею за «Смоки», уже лет 7-8, и последние 2 года не пропускаю ни одного домашнего матча команды. По возможности стараюсь ездить на все выезды, как это происходит сейчас. Сегодня мы были в Питере, это была очень классная поездка, также мы уже были в Москве и Могилеве. Очень рад всегда находиться рядом с командой и поддерживать ее.